Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю закупок крупных корпораций у малого и среднего бизнеса. Так необходимо стремиться, чтобы госкорпорации не менее 18% от всего числа поставок осуществляли у малого бизнеса. В связи с этим глава Свердловской области Евгений Куйвышев в рамках программы «Пятилетка развития» предлагает упрощение доступа на рынок уральским производителям и увеличение доли продукции малых и средних предприятий в государственных и муниципальных закупках. Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с представителями крупнейших российских предприятий-заказчиков 28 августа организуют встречу для малого и среднего бизнеса. Министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских сказал, цитирую, «На наш взгляд, в обоюдном взаимодействии заинтересованы обе стороны. Малые предприятия могут выйти на новые рынки, в то время как крупные существенно снизят затраты». Конец цитаты. Участие во встрече примет и новоуральская делегация. О том, какие мероприятия проводятся в рамках региональной корпорации бизнеса нашего округа, рассказал руководитель Центра развития предпринимательства Игорь Воронин. Новоуральск как пилотный проект участвует в программе внутримуниципальной кооперации. Да? То есть это кооперация между крупным бизнесом и малым и средним бизнесом. Да? Мы прекрасно понимаем, что у нас город находится в такой как бы в удачной стадии, когда у нас крупный бизнес, который собственно представляет Уральский электрохимический комбинат, да? То есть он всегда понимает малый и средний бизнес, да? То есть и те заказы, работы, да? То есть которые возможны. Можно разместить в предприятиях малого и среднего бизнеса, это происходит. То есть это происходит, собственно, и происходило. И цель вот этой всей программы, она помочь, да, помочь рассказать, показать дорожку для начинающего малого и среднего бизнеса, то есть в общении с крупным бизнесом. Естественно, как бы, то есть это масштабируется уже на межмуниципальную кооперацию, это отношения между муниципалитетами, да, когда все хорошо, как говорится, у себя на родине, да, и мы можем показать, что мы это можем, да, то есть и привлечь какие-то инвестиции со стороны. В этом, собственно, наша задача. Большим блоком в этом году муниципальная кооперация и межрегиональная кооперация ляжет на выставку «Инноуральск», которую мы проводим в сентябре 22-23 сентября этого года. То есть будет запланирован отдельный блок, который соберет глав, ну, планируется сейчас вот около 9 муниципалитетов, которые будут представлены своими делегациями, то есть это главы, это предприниматели, это торгово-промышленные палаты, то есть это фонды, которые соберутся на единой площадке у нас здесь в городе, то есть в рамках инвестиционного форума. Вот, будут проведены круглые столы, будет проведена биржа контактов для этих предпринимателей, как предпринимателей, которые приедут к нам в город, да, так и для наших предпринимателей будут предоставлены особые условия для того, чтобы представить свои услуги и товары, то есть для по обмену опытом. Мы надеемся, что это новая сфера контактов, она окажется очень полезной, потому что вот уже точечные такие моменты посещения нами муниципалитетов различных городов, они показали, ну, положительные результаты, людям очень интересно, и завязываются такие долгосрочные уже вот интересные договора.